все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Воскресенье в Самарской области безоблачно и без осадков. Днем минус 7, минус 9 градусов, ночью 10-12, ниже 0. Ветер южный, скорость 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное. В Сызрани ясно, днем минус 6, ночью минус 10 градусов, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, температура воздуха днем минус 7 градусов, ночью 10 с минусом. Ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре солнечная погода, днем минус 8, ночью 11 ниже 0, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 779 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.